вот жители Актау несколько лет не могут дождаться квартир по госпрограмме «Нурлы Жер». Дело в том, что строительство жилого комплекса затянулось аж на 4 года. Какие проблемы у строителей, попыталась выяснить наша съемочная группа. Жилой комплекс АКУ-3 в Актау строится по государственной программе «Нурлы Жер». Его проектная стоимость свыше 7 миллиардов тенге. Возводить многоэтажку начали еще в 2016 году. Дом планировалось сдать в эксплуатацию через 2 года, в 2018. Однако строительство почему-то затянулось. Енді бұл бітеме бітпейме осы үйді күтіп дәмеленіп квартира жалдап жүргенімізге бірталай болды, шынымды айтсақ. Квартиры в этом жилом комплексе должны распределяться среди вкладчиков Жилстройсбербанка и очередников Акимата. В последнем заявили, что подрядная организация не могла урегулировать вопросы со своими рабочими. Именно это и стало причиной затягивания стройки. А в банке заявляют, что их функция только распределение квартир среди вкладчиков. Ход строительства финансовый институт не контролирует. На текущий момент банк осуществляет обзвон своих клиентов и приглашает на процедуру оценки платежеспособности, которая будет осуществляться с 3 августа текущего года до 1 сентября 2020 года. Нормативный срок строительства 24-й. Сроки строительства по нормативу 24 месяца, но из-за проблем подрядной организации с рабочими этот процесс затянулся. К нему прибавился и вопрос денег. Сейчас проблемы решены, подрядчики намерены сдать объект в скором времени. К слову, жилой комплекс строят 3 подрядные организации. 2 из них обещают выдать ключи от квартир к концу года. Третий подрядчик не дает таких надежд. Компания намерена сдать оставшиеся 200 квартир только на следующий год. Фариза Булатбек, Жазира Абиль, Сабит Амангельдиулы, Атамикен Бизнес из Актау.